Мне нравится, безусловно, Сакуров. Это, наверное, самое то, что мне... Ну, я даже и без комментариев. То есть ты смотришь, и это впитывается в тебя настолько сильно, что ты живешь с этим потом уже всю оставшуюся, наверное, жизнь, потому что это вопросы вечности, это и индекс такого, кодекс вечности, наверное, темы, которые такие люди видят по-своему, своим форматом абсолютно непонятный, очень маленькому количеству, наверное. Вот. Это Тарковский. Безусловно, это вот все однако, это ниша. Параджанов, Балабанов. У нас много интересных мыслей, идей и правильных тем, наверное. Мы же, у нас какая литература, какая история все-таки. Россия, она очень глубока, корни откуда уходят, и сколько личностей, масштабов каких.